Всем привет из Стамбула, район Аксарай, станция Аксарай. И вот кипящая жизнь Стамбула. Улицы Стамбула здесь, сейчас. Здесь вот такая вот развязка дорожная, сложная очень. А, кстати, вот здесь находится мечеть, такая красивая. Сейчас попробую показать. Район Аксарай, и совсем рядом здесь находится Лалали. Вот здесь вот улица с магазинами. Одежды, чемоданы, кафешки. Давайте немножко пройдемся. Цены вот можно увидеть. Вот такие рубашечки. 100 лир. Спортивки, ветровки. 150 лир. Курточки. Кстати, вот эта вот куртка, смотрите, прикольная. Написано North Face, Gucci. Два бренда в одном. Футболочки за 20 лир. Найки. Чемоданы. Так, а здесь ресторан. Фрукты. Поближе подошла. Свежая клубничка. Есть также ананасы. Такие вот упакованные, очень удобные, стоят 15 лир. И еще здесь есть арбуз. Вот такой вот стаканчик гранаты. Гранат. И арбуз, это вот такой вот арбуз зеленый. Витаминчики турецкие. Сейчас я зашла вовнутрь, в один из магазинов. И посмотрите, сколько здесь товара. Сколько вещей. Мужские, женские. А здесь вот спортивки мужские. Очень большой выбор.
я, где я, если сказать, важно сказать, сынок. Я? Плотные три кошки, мужские, стоят 150 лир. Вот здесь вот все за 100 лир. И это уже другая улица, вот рядом. Продолжаем прогулочку. Как хорошо, когда указаны цены. Лир. Здесь вот сумочки. Вот здесь вот женщины набрали товар. Магазин обуви. Обувной магазин. Хорошо, когда цены указаны, а если не указаны, то, конечно, продавцы тут называют свою цену, и каждый раз она меняется. Спортивная одежда, вот футболки. Хорошие футболки, 40 лир. Маечки спортивные. А здесь вот это все, это за 40 лир. Также вот смотрите, детские костюмчики с шортиками. 40 лир здесь вот это все. А сейчас я дошла вот до такого места. Продают турецкую пахлаву. Кофейня, ресторанчик. Давайте посмотрим. Сейчас я зашла вовнутрь. Все очень аппетитно выглядит. Здесь такой ажиотаж, столько народу. И сейчас хочу тоже что-нибудь взять. Abi nereye isterseniz oturabilirsiniz. Hele bunu hacı abi yazmak böyle 3 tane karışık. Bir tane pasta alabilir miyim?
здесь меню. Вот потихоньку сниму, чтобы вы смогли увидеть цены. Пахлаву я выбрала с фисташками. Это также полностью с фисташками. Сейчас буду пробовать и поделюсь отзывом. Плюс чай взяла. И сейчас я распробовала немножко. И хочу сказать, это вкусно. Очень вкусно. Мне понравилось. Вот вы видите, я взяла две штуки с фисташками. Вот. И их здесь точно можете брать, если они свежие, то это очень вкусно. И место называется, вот смотрите,